В жизни нужно быть готовым ко всему. Вот и школьники решили попробовать свои силы в чрезвычайных ситуациях. А помогла им в этом районная игра «Зорница». Хорошо. Команды из 22 школ Автозаводского района встретились в школе номер 129, и здесь их ждали самые разные испытания. Это и спортивно-оборонное многоборье, это и история Отечества, это и дорожная грамота, и медицинская подготовка. Ребята силовую подготовку показывают, дальше показывают умение правильно и четко ходить и выполнять строевые команды. Смотр строя и песен как раз вот это и есть один из таких красивых конкурсов. Оказалось, что эти испытания для ребят уже стали традиционными и долгожданными, и требуют они серьезной подготовки. Мы готовились к этому целый месяц, через каждые два дня в школе мы проходили все эти испытания, тренировались. Планы решительные, наша команда настроена победить, побороться за городское место и уже там дать жару. Командует дружным коллективом прекрасная девушка Ксюша. Казалось бы, военная подготовка – дело не совсем женское, но ей очень нравится. Отделение равняй! Все-таки нужно что-то для общего развития. В школе также очень много творческих конкурсов, но вот решила попробовать себя чем-то новым. Ну как вообще, давно занимаешься этим? Готовились, наверное? 3 года мы этим уже занимаемся. 3 года участвуем и в районных этапах, и в городских. Ребята участвуют в этом соревновании по разным причинам. Для одних это желание победить, для других получить новые знания, а для кого-то буквально дело чести. У меня просто в семье много кто воевал, дед, у него есть орден, и, скажем так, семейное, грубо говоря. Последним заданием стал смотр строя и песни. Ребята уверенно шагают и сами говорят. Победить, конечно, хочется, но самое главное – это знания и умения, которые они получают. А еще отличные оценки по ОБЖ.